Всем привет, друзья! Вы на канале Владилели, и сегодня у нас обзор укулеле. Совсем недавно представители известной фирмы Укулеле Flight предложили мне стать эндорсером, официальным артистом этой компании. И на эксклюзивной основе предоставили мне укулеле Tenor Flight Antonia TE, который я буду использовать для создания контента на своем канале. И сегодня я вам подробно расскажу об этом инструменте. Ну, для начала давайте вместе с вами его распакуем. Укулеле Flight Antonia TE. Это укулеле размера Tenor с длиной мензуры 26 дюймов. Корпус изготовлен из цельного массива красного дерева. Еще из несомненных плюсов этой укулеле в том, что на ней стоят японские флюорокарбоновые струны Warp Brown. Это укулеле является электроакустической и может подключаться к звукоусиливающей аппаратуре. Есть здесь вход джек, а также звукосниматель WB-1U. Он находится в резонаторном отверстии. Стоит отметить, что верхний и нижний порожек, вот они, верхний и нижний порожки, они сделаны из слоновой кости, а не из пластика, как, в принципе, на многих укулеле данной ценовой категории. Еще один, несомненно, приятный бонус – это то, что в комплекте с укулеле идет стильный теплый красный чехол. Посмотрите, здесь очень теплая подкладка, 15 миллиметров, вот, так что ваше укулеле не замерзнет зимой. Это тоже очень круто, и поверьте мне, вживую чехол смотрится еще круче, чем на фотографиях. Но, как говорится, хватит слов, давайте перейдем к делу и послушаем, как звучит это укулеле. Ну, теперь, друзья, подключим принцессу Антонию с помощью шнура джек-джек к звуковой карте и запишем чистый сигнал со звукоснимателя без обработки, чтобы вы тоже слышали, как она может звучать подключенная. Ну и в завершение несколько выводов, которые я для себя сделал после теста. Укулеле Flight Antonia TE серии Princess обладает мягким и бархатным звучанием, а также хорошим сустейном, что делает ее хорошим выбором для тех, кто любит аккомпанировать себе на укулеле. Любителям фингерстайла также должна прийти по душе это укулеле за счет приятных тактильных ощущений при игре, а также очень яркого и точного звучания флюорокарбоновых струн. Стоимость этой укулеле на данный момент составляет около 12 900 российских рублей. Это около 176 долларов США или около 449 белорусских рублей. Друзья, вот такой обзор получился. Если он вам понравился, поставьте лайк, а также напишите в комментариях, на какой укулеле играете вы и какие плюсы и минусы не увидели. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Ну а на сегодня на этом все. Увидимся в следующий вторник. Пока!